Губернатор также провел очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. В нем приняли участие представители регионального правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств. В правительстве Мурманской области на постоянной основе ведется мониторинг ситуации во всех отраслях, чтобы оперативно принимать дополнительные меры поддержки. Первой темой, затронутой главой региона, стало введение моратория на увеличение арендной платы за земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности. Запрет будет действовать до конца 2022. Также в регионе действует программа микрозаймов для малого и среднего предприятия. Поощряется и инновационная деятельность. На развитие можно получить 250 тысяч рублей. В рамках антикризисных мер в регионе уделяется внимание поддержке проектов по импортозамещению и развитию продукции местного производства.